Ваша кожа чувствительная и нежная, как цветок, и не терпит грубого обращения? Тогда эпиляторы и бритвы вам не подойдут. Нужно современное решение – фотоэпилятор Ice 300 Жасотон. Прибор создает световой импульс, который поглощается темным пигментом волоса – меланином. В результате нагревания луковицы перестают продуцировать волос, и они прекращают расти. Фотоэпиляция – универсальный, быстрый и безболезненный метод удаления волос. Но он подходит для эпиляции темных волос на относительно светлой коже. Если ваши волосы светлые или рыжие, а кожа очень смуглая, то этот аппарат не для вас. Чтобы начать процедуру, не надо специальной подготовки. Просто примите душ и приступайте. В приборе предусмотрено 5 режимов мощности для кожи разного оттенка. Большой излучатель и датчик контакта с кожей делают эпиляцию безопасной и быстрой. А 300 тысяч вспышек хватит на полную обработку всех зон тела. Для обработки больших участков выберите автоматический режим подачи вспышки. А для небольших зон лучше подойдет ручной режим, активируемый нажатием кнопки. В приборе есть функция ледяного касания, которая приятно охлаждает кожу до 10 градусов. Идеальное решение для нежных и чувствительных мест. Фотоэпиляция уменьшает количество нежелательных волос, а оставшиеся делает более тонкими и светлыми. Для стойких результатов понадобится курс процедур. Никогда еще эпиляция не была столь бережной даже для самой чувствительной кожи. IPL Ice 300 Жазотон – комфортное удаление волос на всех зонах.